Звание «Почетный гражданин Великоустюгского района» присваивается уже на протяжении 46 лет. За эти годы высокой награды удостоены 47 человек. Среди них учителя, работники здравоохранения, промышленники и предприниматели. Все те, кто не один десяток лет трудится на благо родной земли и прославляет Великий Устюг. Развитие нашего города обеспечивают наши граждане. Граждане, общественные деятели, политики, государственные деятели, обычные устюжане. И, конечно же, есть среди них те люди, которые носит значительный вклад в социально-экономическое развитие района. В этом году решением Великоустюгской думы звание «Почетный гражданин Великоустюгского муниципального района» присвоено Энгельсу Гагарскому, доктору технических наук, профессору, академику Российской академии естественных наук. Родом Энгельс Александрович из Великого Устюга, но постоянно проживает в Москве. Завершилась встреча главы района с почетными гражданами увлекательной экскурсией по детскому центру искусств. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.